Всем привет, дорогие друзья! Скоро 1 января, а если быть точнее, Новый год! И всех печали этого года уход. Надеюсь, что стол у всех накрыт, и елочка ярко горит. А если нет, то вы это исправьте, на елочку свой взгляд направьте. Скажите, раз, два, три, елочка, давай, гори! Новый год, праздник святой! Теплоту и радость несет к нам домой. Эмоции и подарки я имею в виду. Жаль только, что он один раз в году. Дети дорогие, услышьте меня, пусть ваша радость будет двойна, ведь скоро Дед Мороз придет и всем подарки вам принесет. Сегодня пусть никто из вас не стесняется, и пусть ни один без подарка не останется. Я обращаюсь ко всем друзьям и родственникам, ко всем бабушкам, дедушкам и родителям, ко всем дядям, тетям, братьям и сестрам. Пусть этот праздник принесет вам счастье, и сбудутся все ваши желания. Всем сердцем я люблю всех вас. Жаль, что далеко не каждого вижу сейчас. Но я надеюсь, что вы меня услышите и скорого салюта свет увидите. Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое новое новогоднее стихотворение. Впрочем, я его не до конца дочитал. Продолжение его будет в самом конце видео. Так что досмотрите до конца. Ну что ж, и тут последние часы. Может, уже у кого-то минуты, а может, уже и прошли. 2023 года. Это был незабываемый год. Год, когда легендарной игре «Как достать соседа» исполнилось 20 лет. И мы в честь этого проводили марафон по всем частям и версиям этой игры. Это был год, когда я выпустил Super Mario Bros. Java Edition Deluxe версию. Показал редактор, на который я ее сделал, и запустил рубрику игры, собственные игры про Марио от подписчиков. Это был год, когда я обещал вам, что в этом году будет очень много модов на «Привет, сосед», но это слово я, к сожалению, не очень до конца сдержал. К сожалению, в какой-то момент мод Kit Unreal Engine потух. Что-то моды то с ошибками стали запускаться, то вообще не запускаются какие-то. Я его переустановил. Ну, не сказать, что прям сильно помогло. Какие-то моды запускаются, более-менее работают. Простенькие какие-нибудь. Какие-то моды работают плохо. Это был год, когда я вернулся к обзорам на старые мобильные телефоны. Немножко окунемся и в мою жизнь. Это был год, когда мы продали, когда мы попрощались со своим, наверное, самым долговременным и любимым моим автомобилем за всю мою жизнь. Это Toyota Taunus, который был у меня в деревне. Продали его после 22 лет использования, то есть больше лет, чем мне. Это в моей жизни реально легендарный автомобиль, и в памяти он останется навсегда. Конечно, немало грустных событий произошло в этом году. К сожалению, инфекция COVID-19, конечно, значительно ослабла, но пока не побеждена. К сожалению, продолжается спецоперация между Россией и Украиной. Впрочем, поскольку скоро Новый год, давайте о плохом стараться не думать. Я очень надеюсь, что у каждого из вас в этом году случилось много хороших событий. Вон, особенно, например, возьмем лето. Лето в этом году было очень теплое. Я его провел очень хорошо. Никуда, конечно, не ездили в этот раз, ни на какой Алтай. И я очень надеюсь, что в следующем году куда-нибудь съездим. Летом вообще хотелось бы родственников своих собрать некоторых. Там двоюродных. И там двоюродных, троюродных некоторых собрать. А то обычно с друзьями ездим, надо как-то разнообразить, я считаю. С одними и теми же людьми что-то немножко приелось. Ну ладно, не будем об этом говорить. Это уже мои личные дела. Но я очень надеюсь, что вы все лето провели хорошо. Если вы куда-то ездили, то напишите об этом в комментах или в чате, если вы смотрите это сейчас в премьере. Где вы были? В каких хороших местах были вы? Какое место вам запомнилось больше всего? Я имею в виду, конечно, с хорошей стороны. Будем надеяться, что помимо
когда соседа... у многих из вас тоже были юбилеи. Да, в принципе, неважно, юбилеи, не юбилеи, дни рождения. Если у вас были дни рождения, а они у вас были, то они прошли просто шикардосно, как у меня. В этом году у меня просто офигенно день рождения получился. Поставил цель всю родню на день рождения собрать. Ну, человек 18. И собрал, собственно говоря. Ну ладно, опять мою свою жизнь углубляюсь. В общем, этот год наш народ провожает с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. И мы благодарим за участие в этом году всех, кто сейчас отстаивает свой долг. Всех врачей, которые спасают жизни людям. Всех, я не знаю, таксистов, которые подвозят людей до нужных мест назначения. Спасибо большое всем водителям автобусов и других транспортных средств, которые перевозят людей и помогают им никуда не опаздывать. И вообще, благодарю всех тех, кто принимает участие в сохранении человечества и всего мира в целом. Я поздравляю с наступающим или уже наступившим, не знаю как у кого, Новым годом, их всех. И я поздравляю с наступающим или наступившим Новым годом также всех наших детей. Наши дети — это самое святое, что у нас есть. Наши дети, пусть никто из них сегодня без подарка не останется. Пусть каждый ребенок сегодня будет счастлив. Я стараюсь передать всем вам новогоднее настроение. И поздравляю всех взрослых, которые воспитывают наших детей. Которые делают из них людей. Которые делают из них продолжение нашего рода. Ну и так далее. Я благодарю всех преподавателей, которые обучают наших детей наукам и всему такому. Что ж, напишите сейчас, если вы смотрите это в премьере, в чате или в комментах, как вы будете праздновать этот Новый год. Я буду его праздновать в кругу семьи и позовем еще одну семью друзей семьи. Пишите в комментах, как вы будете праздновать. Я очень надеюсь, что вы все будете праздновать этот Новый год хорошо. Не думайте ни о чем плохом. Думайте только о хорошем. В Новый год должны быть только хорошие чувства. Только радостные эмоции. Особенно, я думаю, они будут после боя курантов и появления салюта в небе. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что следующий 2024 год у нас пройдет так же замечательно. Это был год, когда я провел новый сезон по модам на «Как достать соседа». И да, я очень сожалею всем тем, кто расстроен после предыдущего видео. Я призываю вас всех не расстраиваться. Мы обязательно, я обещаю, я не прощаюсь с игрой «Как достать соседа» и с модами на нее тоже. Теперь мы будем переходить в нее в виде стримов. И, может быть, наверное, каждую середину месяца будем стримить. И буду принимать только нормальные моды, а не те, которые были сделаны за 5 минут. Также я буду с 2024 года снимать различные пародии на «Как достать соседа», которые выходили еще даже в позапрошлом десятилетии. Они будут. Когда соседят, когда там принципер Зажарный Халиф и много всего такого. Также я надеюсь. Да что я надеюсь? Это обязательно будет. Будет много новых игр. И много новых побед и свершений. Дай бог, чтобы и у вас было также много побед и свершений. Я желаю каждому из вас, кто меня сейчас смотрит, а, впрочем, даже и те, которые не смотрят, просто передавайте им от меня, что я желаю всем семьям
Поздравляю всех с наступающим или наступившим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, что можно пожелать добрым и замечательным людям. Дорогие друзья, у меня до Нового года осталось совсем немного. И по традиции сейчас вы увидите скриншоты всех событий на канале Максимадзе 2023 года. Еще раз всех с наступающим или наступившим Новым годом. Увидимся в 2024 году. Спасибо за просмотр. С вас Икос подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. А я отправляюсь праздновать со своей семьей этот Новый год. Год зеленого деревянного дракона.
Вот и Новый год пришел, и Дед Мороз уже вошел. Скорее к елке все бегите, подарки там свои найдите. На столе шампанское вино, оно такое, каким быть должно. Надеюсь, что подарки у детей круты, и у них сбылись давние мечты. Давайте мы все крикнем хором: раз, два, три, с Новым годом!